Время без 15:05. Опять начало. Пересечение улицы Победы с улицы Павлова. Вопросы задают такие странные. Вот ты, говорит, кормил собаку вот около этого кафе. Скажи, пожалуйста, точный адрес. Скажи, пожалуйста, говорит, точный адрес. Сейчас скажу. Победы 20А. Зачем такие вопросы задают, я не пойму. Вот. Пересечение Победы с Павлова. Шурма 200 рублей с курицей. Добавка там 25 рублей, если сыр добавят, еще там что-то. Короче, за отдельную плату добавки. Обычная шурма 200 тонн. Рыжик, привет. Ты что, в дискотеку идешь? Не прыгай, не прыгай, не прыгай, не прыгай. Ну или хватит гавкать. Осталось чуть-чуть совсем. А. Ешь. Не хочешь? А. Давай, офигели совсем. Давай ешь. Рыжий. Ну что ты выдрыгиваешься? Сейчас пойдем с тобой на дискотеку. Давай, кушай, кушай давай. Рыжик, что ты обиделся на кого, что ли? Покушай давай. Ну давай, с руки давай. Давай, ты мой золотой рыжик. Ну не хочешь, да? Ну что же, пойдем тогда, если не хочешь. Пошли. Пошли. Пойдем, Рыжик, с тобой. Только там никого не кусай, не гоняй, ладно? Идем. Ну тут ты парень лихой, я знаю тебя. Пошли, пошли давай. Рыжик идет на дискотеку. Пошли здесь, да. Пойдем напрямую. Слева полиция. Рыжик, полиция слева. Повяжут тебя. Без ошейника ходишь. Ну, где-то покушал корм, видите это. Корм не стал кушать. Народ собрался, вижу. А это что за собака? Ё-просоте! Раз, два, три. Это подруга Рыжика. Хватит кипишовать, Рыжик. Мы идем же с тобой на культурное мероприятие. Ты что? Ты с ума сошел? Ну, сейчас будут нас с музыкой забивать. Ну-ка, Рыжик, спроси, почем сыр у них, у казаков. Фонтан что не включат, я не пойму. Это просто жесть какая-то. Thank you.
Поздравляем вас с праздником! С днем города Сочи! В 17 часов на площади Центра национальных культур начнется праздник, посвященный Дню города. Программа праздника разнообразна и интересна. Вас приглашают открывшийся сегодня город мастеров и мастер-классы декоративно-прикладного искусства. Если вам интересны такие жанры декоративно-прикладного искусства, как плетение, вязание, гончарство, декупаж, изготовление обережной куклы, истинные профессионалы своего дела с удовольствием поделятся с вами своими знаниями. Щедрая ярмарка предлагает вам самый северный в мире краснодарский чай, горный мед, знаменитые сыры Кавказа. А в 20 часов 30 минут вас ожидает центральная набережная на праздничный концерт, который завершится красочным салютом в 22:00. Участники концерта просят подойти к нам. Исторические кадры. Набережная Сочи, 1950 год. Набережная Лазаревская, 2016. Это когда я здесь уже был, ёпрасота. Ривьера. Лазаревский вид с горы. Лазаревская, 1960 год. Туда бы сейчас занырнуть в то время, где написано сосиска, молочные продукты. А это Никулин, смотрите. March 1971 состоялось открытие нового здания цирка, закладки фундамента которого принимал Юрий Никулин. Ну, как тебе здесь? Нравится, Рыжик? Ну, поспи немножко, поспи. Рыжик говорит, фигово. Тут пожрать не дают собакам, говорит. Вот когда-то такие рыбы водились. А сейчас только вот такие вот окорочка были. Пойдем дальше, Рыжик. Ну почему не работает фонтан? Мне это интересно знать.
Пойдем, Рыжик, дальше. Обсматривать владения. Смирный. Он даже за этими не гонится. Смотрите, кого он не любит. Пригласили бы артиста сюда, Киркорова, за гриву и сюда. Нет. Ничего интересного. Иду на лавку. Айда, Рыжик, на лавке посидим, покурим. Вот собака похожа на белку, один в один, но это не она. Я по ушам вижу, что это не она. У той еще более свисали. Белка, белка, не, она не реагирует. Белка, нет, нет, это не ты, да. Нет, нет, это не она. Рыжий куда уже под... Что за терки, мол, какая белка еще? Да, Рыж? Садись, Рыжик, садись, отдыхай. Вот он, золотой Рыжик. Глава Лазаревского района сейчас так прошел здесь, один, в обычной одежде. Я даже не узнал его. Посмотрел на Рыжика, скажет, ну-ну, как много у нас собак. Туда пошел. Вот простукало ровно 5, и фонтан включили. И все люди потянулись к фонтану сразу. Сразу улыбки появились у людей на глазах. Это, на глазах говорю. Да какая разница? Короче, фонтан включили. Thank you.
Пишется? А что? А как вас звать? Я не пишу комментарии. Не пишете? Никогда. А вы с какого города? Из Омска. А вам показать можно? Здрасте, здрасте. Вы что, давно отдыхаете здесь? Я не отдыхаю. А что вы здесь делаете? Квартиру ремонтирую. Кого? Квартиру ремонтирую. А, квартиру? Переезжать будете туда? А-а-а. Я вас там видела на Коварах. Ну, я везде гуляю. Я знаю. Ужасно, когда человека... Живую увидеть. Да. Спасибо, Ива. Молодец. Большой молодец. Вот ни у кого нет таких видео. Я... Да ладно. Ну, я немного смотрю, но захватывает. Все так просто. Все по-простому, да. Я сама люблю, обожаю собак, поэтому я и шариком уже, и шарика уже погладила, и этих уже покормила. Короче, познакомилась. Кстати, шарика нашел, покормил тоже. Он остался там. Не ходит к вам? Спать остался там. Не, сейчас лето, он не ходит. Ему сейчас там около моря хорошо, он купается, загорает, наш турист. Ему там замечательно. Ну ладненько. Добрый день, дорогие друзья! Интересно, продолжайте тоже быть. Спасибо. До свидания. Я открыл наш праздничный концерт. Центр русской культуры и Сомска. Полина Дегтярева. Аплодисменты, друзья. Так, ну стой. С каждым днем хорошо. Поехал я домой. Прекрасный город Сочи. Город парк. Город Здравница. Город праздник. Город красоты. Наш город живет, трудится, созидает, щедро дарит тепло своего сердца гостям со всех концов нашей необъятной родины и друзьям со всей планеты. Наш прекрасный южный город залит солнечными лучами, полон зелени цветения, а море сияет яркой бирюзой. Мы любим и бережем Сочи, город мира, дружбы и любви. Гостеприимный цветущий Сочи – это гордость великой России. И продолжит наш праздничный концерт солистка Центра греческой культуры Гликерия Сантарини. Всем до свидания. Подписчицей разговаривал. Вон, в кепочке пошла. В дивном озере она была. Говорит, там очень красиво. Сейчас, говорит, сходи. Ну, схожу. Соседки что-то здесь гуляют. А что они здесь гуляют? На праздник пришли, что они гуляют? Странное какое-то. Пошел я домой. Да что-то в пургу уже несу какую-то. Где мой рыжик? Иван Николаев. Да, Иван Николаевич И. Спасибо большое за перевод. Дай Бог здоровья вам.